Привет всем, это истинный следователь. Обзор корпуса мини ETX. Это под небольшие материнские платы. Я вообще этим не занимался, все смотрел на корпуса обычной меди. А сейчас изменилась ситуация. Нафиг нужны эти большие корпуса, в них только деграданты пихают. Никому не нужны NVIDIA 980T, чтобы покривляться, а также деградантами и остаются, потому что в тупике индустрия. Уже чипы они не могут увеличить по размеру, и тепловыделение под 120-150 ватт на чип уже отводить нечем, а скорость ядер не могут увеличивать, поэтому стоит давным-давно. Лет 5-10 уже полный застой. И не знаю, что они придумывают, пока они кормят сказками, что i7 купи и 980-ю. i7 говнище и 980-я. Да, у них производительность нормальная, но они не соответствуют цене и производительности. И со временем каждый год это там i7 Intel должен уходить в средний ценовой уровень и потом другой, но как я уже объяснил по причинам их тупорылости, они ничего не могут предложить, поэтому выпускают 980T, i7 модернизированный Skylake, херня это все, такие приросты в синтетических тестах по 5% вы глазом никогда не заметите. Человек может заметить где-то 2 раза прирост. Вот такая вот история. Я думаю, это очень важно, потому что сейчас покупайте вот маленькие такие корпуса. Это Foxconn RS-233, 250 ватт, но внутри блок питания. Где тут его? 300-ваттный, поменяли, значит, уже Винсис. Я хотел маленькую материнскую плату поставить и сделать вместо компьютера на андроиде приставку к телевизору. Посмотреть, как это будет. Поприкольней. Но понял, что все-таки корпус не маленький. Вот он, как бы рука моя. Он такой, ну, можно его как видеомагнитофон, раньше были. Почему-то он маленький, но я хотел еще меньше. Вот такой вот где-то мне нужно. В 2 раза меньше был бы. И сделал я. Так, ну да, еще материнку положить. Ну, такой 2 килограмма. Так, вот здесь под микрофон. Наушники. 2 USB 2.0. Питание. Сброс. Жесткий диск. Нормальный дизайн. Здесь справа по 3,5, слева по 2,5. Это, естественно, не DVD-ROM будет, а жесткие диски. Вентилятор. И здесь вентилятор, который выдувает, как я понимаю, наружу. Вот. Но собирать я его дальше не буду. Здесь 1500, это нормально. Больше 2000 шумит. Так что можете вполне покупать и делать маленький компьютер. Здесь переключатель 230-110, понимаю. Здесь платка расширения, видеокарту, наверное, можете поставить. Но я хотел сделать с HDMI встроенным сразу, чтобы было. Но размер мне не понравился, поэтому сдам. В Walmart можно сдать. В других магазинах хер сдашь. Поэтому, покупая такие вещи, обязательно учитывайте это. Он был не новый, да, помятый, но мне какая разница. Он вроде как рабочий, числился. Вот. Запустить не получилось блок питания. Вроде как я помню, зеленый с черным надо было закоротить, но почему-то не запустился он у меня. Вот. Так что собирайте такие маленькие компьютеры. Компьютеры надо использовать. С ними можно поразвлекаться и поработать, но большие корпуса уже это полное барахло.
Они большинству не нужны, действительно, в каких-то 10%, и те люди, которые купившие, у них дергаются игры, просаживаются до 10-20 кадров с лучшими процессорами и с видеокартами. То есть проблема, реальная проблема, из которой Ну, еще причина в том, что монополия, по сути, это Intel, а видеокарты NVIDIA. Ну, монополия, значит, а зачем что-то делать? Можно просто бездельничать и цены задирать. Они сами себе насрали. Ну и хер с ними, в общем. Все, всем спасибо. Это был Истинный Следователь, обзор на корпус Mini ATX Foxconn RS-233.